Детские лагеря «Чувашии» могут заработать уже в следующем месяце. Сроки открытия зависят от ситуации с коронавирусом. Из 18 загородных лагерей этим летом планируют открыть 15. Они готовы принять примерно 3000 ребят. Закрытый режим означает без посещения родителей, полная изоляция в течение всей смены всех воспитанников и персонала. В целях безопасности детские лагеря дооснастят в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Для этого выделено почти 20 миллионов рублей. Да, единственный вопрос возникает в отношении частных лагерей. Они тоже у нас нуждаются в финансировании. По нашим расчетам, порядка 7 миллионов 700 тысяч необходимо профинансировать 5 частных лагерей, чтобы они также включились в оздоровительную кампанию. Здесь найдено решение? Отрабатываем с Минфином. В течение вот ближайших дней, там максимум 3, эти вопросы надо нам с вами урегулировать. И дальше уже очень плотно отрабатывать с Роспотребнадзором и с МЧС вопросы обеспечения безопасности, получения всех необходимых допусков и сертификаций с тем, чтобы, во-первых, лагеря заработали в обозначенный срок, но самое главное, чтобы во время работы мы обеспечили полную безопасность. Перед тем, как отправиться на отдых, ребенку придется пройти медобследование на коронавирус. То же самое предстоит и персоналу, от вожатых до охранников. Хлопотно, но лето за городом стоит того. Рифат Фаткулин, Юрий Марков, Республика.